Первый тайм Неман провел очень достойно, но в самой концовке получил необязательный гол в раздевалку. Это был, по-моему, первый матч белорусского клуба в международной арене. И вот это вот неумение играть за границей, вот эта нехватка международного опыта, мне кажется, очень сильно сказалось. Что пассивная команда, там Лугана хороший клуб был, хороший, сильный, профессиональный клуб. Вот. И в этом плане, мне кажется, нам и не хватило вот этого международного опыта для того, чтобы в таких матчах играть так, как ты играешь, допустим, в финале Кубка Беларуси, в полуфинале, в матче. Во второй половине команда сникла и напоминала бледную тень самих себя. 5-0. Кошмарный сон как для болельщиков, так и для футболистов. Во втором тайме просто развалились, потому что переезд, все уставшие. После такого разгрома ответный матч превращался в чистую формальность. Ажиотажа в Минске не наблюдалось. Мы выступ...